Никогда раньше столько мировых лидеров не собирались вместе, чтобы обсудить проблемы изменения климата. Международная конференция, открывающаяся в этот вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвана обеспечить согласие перед Большой Парижской конференцией 2015 года. Время не ждет, давление нарастает. В минувшее воскресенье тысячи людей по всему миру вышли на марш в защиту климата. В такой акции, организованной в Нью-Йорке, принял участие и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он ждет от мировых лидеров новых и смелых предложений. С Пан Ги Муном встретилась Изабель Кумар, специальный корреспондент Евроньюз. Действовать нужно немедленно. Если ничего не делать, впоследствии придется заплатить большую цену. Нужно сохранить эту планету для будущих поколений в экологическом, социальном и экономическом смыслах. Завтрашнее поколение будет жить именно на этой планете. На нас лежит моральная и политическая ответственность. Президент США также надеется, что будут предприняты более энергичные усилия, и провал конференции в Копенгагене пятилетней давности будет забыт. Но принятая программа «Минимум» ограничить потепление климата 2 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой трудновыполнима, как свидетельствуют последние данные. Опубликованный накануне конференции в Нью-Йорке отчет организации Global Carbon Project прогнозирует увеличение выбросов парниковых газов в мире на 2,5% в 2014 году до 37 миллиардов тонн. Это новый рекорд. Такими темпами, согласно отчету, через 30 лет человечество выработает все оставшиеся квоты на выброс парниковых газов, призванные ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. При этом тревожным знаком служит то, что лидер 3 из 4 стран, наиболее загрязняющих атмосферу, Китая, Индии и России, не примут участие в конференции по климату.